Так, вот он у меня был заряжен полностью. Пока я его донес до Северной горы, уже, вот уже в желтой зоне стал. Офигеть, вот он. Вот это вот его, вот он зарядка. Вот, вот она. Эта зарядка уже в желтой зоне. В принципе, уже можно подсоединять к нему этот пауэрбанк. Что-то у него батарея, конечно, у него смешная. Ну вот я сейчас поставил дальнобойную частоту. Ну вот и то громкость вот на 90 почти на максимум выкрутил. Сквелш стоит у меня включен. Ага. И все равно какая-то вот несучка есть, вот она, какая-то вот непонятная посередине вот это идет. Это непонятно от чего, хотя я включил этот самый. Вот, AM Reduction. Это типа от табло, чтобы мониторчик не мешал уменьшение. Вот вещалки он еще принимает нормально. Китайцы-то вообще сломали миллион. Ну вот бузер. 4625 бузер. Как он работает в полевых условиях на улице. Вот он стоит на улице. Батарейка уже в красной зоне. USB. Ну, ровненько отрегулировал, но 4625 ровно показывает. Вот это вот NDB-шный маяк. NDB 840. Он, по-моему, КР передает. Это Калининград, Храбровский. Кстати, какой-то венгерский, Дебрецен, сказал он. Это вот вещалка на 540. Legyen szó hagyományokról, zenéről, vagy gasztronómiáról. A riporter Gyarmati Péter. 360 ацетон. Ацетон. Свободные фрибендеры. Фрибендеры. Но я поставил предусилитель посильнее. Это Силтон включил. Вот, Enabled 10 преамп. Раз. Здесь уже будет послабее будет сигнал. Преамп. Включил преамп. На панели показано пре. Что-то они затихли.